The Rite of Winter, 1949. Зима священная, 1949 года. Симфония для солистов, смешанного хора и оркестра. В шести частях. Пролог. Москва – наша столица. Москва полна чудес. Из детства Чайковского. Спорт. Три желания. Исполняют. Анна Аглатова, сопрано. Екатерина Сергеева, контральто. Хор Государственной академической капеллы России под управлением народного артиста России, лауреата Государственной премии России Валерия Полянского. Симфонический оркестр Большого театра России. Дирижер, заслуженный деятель искусств России Александр Ведерников.
Wonder.
Oh.
soul.